Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. В России утвердили требования к энергоэффективности зданий. Они касаются и жилых, и нежилых объектов, следует из постановления правительства. С января следующего года при строительстве всех типов зданий и капитальном ремонте нежилых объектов в них должно устанавливаться оборудование для автоматического регулирования потребления тепла в системах отопления и вентиляции. При новом строительстве и капитальном ремонте административных зданий отопительные приборы должны быть оборудованы автоматическими терморегуляторами для регулирования температуры воздуха в помещениях. Как уточняется в документе, постановление будет действовать в отношении объектов, разрешение на строительство которых будет получено после его вступления в силу. Дайджест недвижимости. Минстрой предлагает проводить публичные слушания по градостроительным вопросам через интернет. Законопроект ведомства одобрила профильная комиссия правительства России. Минстрой предлагает регистрировать и обязательно рассматривать все предложения и замечания граждан и выкладывать результаты обсуждений на открытых интернет-площадках. Кроме того, проект предполагает, что участники слушаний должны будут предоставлять сведения о себе, чтобы заинтересованные стороны не смогли привлекать к обсуждению посторонних лиц. Дайджест недвижимости. В Кировской области зафиксировано наибольшее количество земельных участков с неустановленными границами. Об этом сообщает портал Роснет.ру со ссылкой на сообщение Росреестра. В Едином государственном реестре недвижимости содержится информация о 58,5 миллионах земельных участков на территории страны. И только половина из них имеет координатное описание границ, отмечают в Росреестре. Худшие показатели зафиксированы в Кировской области, где границы имеют менее 20% участков. Наибольшая доля земельных участков с установленными границами зафиксирована в Петербурге – порядка 82%. Напомню, точное описание границ необходимо для того, чтобы избежать разночтений при разделении территорий. В отсутствие таких границ собственники земли могут предъявлять претензии на части соседних участков. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.